Охуеть. Развернуться! Продолжай пойти! Стреляй! И шагу назад! Нет пощады, друзья! Да раз, не мешкайте, товарищи! Ни шагу назад! За Россию, матушку! Вперед! Победа или смерть! Я туда еще вернусь, блядь, я отвечаю, я их так не понимаю. Послушай, Феррари! Мы оба умрем, если ты станешь здесь! Нам с тобой надо найти способ атакования! Блять, капюшон наконец-то. Ей можно нахуй вступать назад, блядь, и зараз убираться его отсюда. Я, короче, сейчас покажу вам, как наказать тех майорів и так дальше. Походу серия затянется, потому что я сейчас убью, короче, назад в территорию, до нас звідти типа розстрілюють. Сейчас я не бачу. Нормальная тема, сейчас будет покажу. Можно получать, если ты спас ни разу. Я так думаю. Треба кидать гранату, и он сразу повзрывается. Да, один є, лишилося следующий. Бачите, він красний стає, значить він пізна скоро, блядь.
силу, блядь, по идее. Всего долбоёбы тоже стреляют, типа. Сука, блядь, да? Чё, прикол, что я не могу зрушить из миссии, блядь. Долбоёб. Охуенный маг, всегда его убью. Нехуй, пидорасы, стрелять у собой. Конечно, жалко, что нельзя пострелять из пулемета, но... Ленин. Скажи майору Зубову, что мы снова заняли Красную площадь! Будешь докладывать ему прямо отсюда! Погнали, блядь. Да. Долбоёбы, блядь, да? Блядь, мне сам бичи в игре нравится цей пулемет, пистолет-пулемет Шпагина, дуже классно. 41 урок. Я по игре заповнив, що в ньому 71 патрон і це дуже джековське оружие. Дуже нравится. Просто як м'ясо зливається. Ти, сука, не вилазу, да? До следующей серии.